Monthly decay. Тебе не кажется странным, что когда падает бутерброд, он всегда падает маслом вниз? Есть объяснение для всего, Боб. Это на самом деле просто. Садовые гномы. О, я никогда не думал об этом таким образом. Бутерброд с обоих сторон, ну, с маслом с обоих сторон. Я нашел бутерброд, который... Извините. Всегда падает вниз маслом. Думаю, он также падает и маслом вверх. Если король садовых гномов об этом узнает, он будет в ярости из-за этого. Блин, как же мне теперь быть? Пять, четыре, я успел.